Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный аниматроник! Всем здарова, ребятки, с вами по-прежнему Верфоня Бобби Егорыч, и добро пожаловать в увлекательную кружку под названием Гаррис Мод! Всем хай, дорогие друзья! Всем хеллоу, ребята! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня у нас будет опасная дорога смерти. Страшные аниматроники Солнце и Луна сошли с ума. Они поймали нас и закрыли в своей ужасной лаборатории. Для того, чтобы из нее выбраться, нам предстоит пройти опасные ловушки и страшные испытания. Мы сегодня играем за аниматроников. Я аниматроник Монти, вот такой крокодил. Егоруч у нас, конечно, Чика, ну а Бобби... Рокси! Ну и Андрюха, друзья, он сегодня будет играть за злодеев, за опасную луну и за опасное солнце. Он сделал их супер злыми, создал опасные ловушки и испытания. И именно Андрюха сегодня будет активировать все наши препятствия. Ну что ж, друзья, пожелайте нам удачи в комментариях. Нам будет безумно приятно. Сегодня мы будем потеть. Сегодня мы будем стараться выбраться отсюда живыми. Ну что, пацаны-аниматроники, вы готовы сражаться против луны и солнца? Да! Let's go! Ну все, дурацкие аниматроники, вам не поздоровится! Слышишь ты, дурацкая луна, а где твое солнце? А я сейчас покажу, где солнце, вот оно. Ой-ой-ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля, а почему я хочу так сильно убивать? Офигеть, парни, дурацкий Андрюха, он может становиться то луной, то солнцем. Он сразу два в одном, нифига себе, что нам делать? Бежать и проходить, наверное. Ну давай, Бобян, может ты первый попробуешь преодолеть эту опасную ловушку? Давайте. А ну! О! Нифига себе, друзья, Бобяна жестко залепило. Егорыч, надо как-то проходить эти разводные мосты. Ого, ты прошел? Да. Нифига. Нифига себе, блин, красава. Ну-ка, слышишь? Вот так вот, оп. Бобян, и ты прошел. Ничего себе, пацаны. Ребята жестко проходят. Аниматроники рвутся к победе. Так, ладно, парни, пожелайте мне удачи. Я прыгаю. Давай, раз, давай. Два, три. Надурили. Я не надурил. Понял. Зачем ты меня обманываешь? Надурили луну, чтобы пройти. Ой, красава. Ага, спасибо. Так, смотрите, блин, вон это опять луна, Андрюха. О-о. Что меня убило? Это взрывы. Это жесткие... Нифига себе! Что это было? Жесткие взрывы! Ну что, давайте как-то проходить эти опасные взрывы. Ну непонятно, как проходить, блин, там вон уже луна превратилась в солнце, Андрюха, то луна, то солнце, я в шоке, ребят, вот у нас сегодня опасный монстр. Егорыч, ты прошел, что ли? Да, перепрыгнул, прикиньте. Так, Бобян, стой, Бобис, а зачем ты начал обратно прыгать, а? Чтобы от взрывов уйти. В смысле? Так ты наоборот. Если прыгал прямо, ты бы прошел, Рокси. Фига себе ты, конечно, рокер в очках вот таких вообще. Ага, Бобис, а нифига себе у тебя причесон, блин. Прикольный. А ну, Бобян, садись. Я прошел. А ты прошел уже? Да, мы его запутали. Нифига себе, как жестко. Так-так, ну что, солнце, мы сейчас пройдем. Не зли меня. Опа! Юху, минус два. Давай, Диман, проходи, ё-моё. Ага, ну что, одно парни, тебя ждём. Крокодил Гена идет, аниматроник Овер, друзья, к вашим услугам. Сейчас мы пройдем эти бомбы, а знаете как? А. Луна, луна, посмотри на небо, там звезда, за звездой Млечный Путь. Ну а Овер идет в бой, вот так, изи. Повезло, повезло. Красава. Это, друзья, не повезло, это скилл. Ну что, аниматроники, давайте пройдем. Она, тихо, тихо. Нифига себе, а что это такое, это лифт, парни? Это маслобойка, масло. Из нас делают масло? Да. Это груз. Это масло из аниматроников. Ну что? Давай, давай, Бобян, давай на раз, два, три прыгнем. Давай, раз, давай. Два, три. Спасибо. Вот это, друзья, из меня сделали реально настоящий маргарин. Сейчас я, парни, перепрыгну. Рита. Опа, тихо, я хотел перепрыгнуть, но там луна, блин, она думает по-другому. Егорыч, а ты меня блочишь, что ли? Да. Маленький жулик, друзья. Он тебя в руки поймает. Ага, Егорыч у нас, друзья, действительно Чика, потому что он и в реальности тоже, блин, мелкий Чика.
Цыпленок-петушок, блин. Петушок. Ко-ко-ко, что там Луна делает? На картах сидит, друзья. Эй, где деньги? Где деньги? Ну, солнце, в смысле. Надурили! Надурили! Пошли дальше! Let's go! Куда? Здесь надо прыгать! Угадай путь, чтобы пройти! Угадал! Ой, ну ты лох, Диман! Ой, наоборот, я хочу сказать, что ты крутой. Спасибо, Бабян. Ты очень добрый. Бабян, а Рокси это волчица или собака? Ну как это волчица? Как? Там же только что было нормально. А потому что Луна и Солнце, блин, каждый раз меняют путь. Вот так, друзья, Луна и Солнце, аниматроники, которые... Я прошел. Обозлились против других аниматроников. Нифига ты не прошел, Бабян, ты умер. Чё, да как ты прошел, но я не засейлился. Нет, ты умер, так и признавайся. Который кусался, так и не признался! Да блин! Что-то у вас ничего не получается, аниматроники! Ага, конечно, давай на связике. Все у нас получается, да, парни? Вон, я все прошел, уже прошли, ждите меня, прошел. Ждите, хорош. Аниматроники. Тигр, ой, крокодил идет в бой. Крокодил Джанди. Опа, ну что, друзья, по кайфу прошли. Давайте посмотрим. Хорош. Вот это Луна, а где Солнце? Давай, да Бабян, не блокируй. Ну что ты, блин, больной? Вот она. Вот она, Луна. Чего она спряталась за знаками, блин? Вот оно, Солнце, блин. Что ты встал там, дурацкий ты, злодей? Чё встали, время тикает. Ага, время тикает. А тут... Оп, Егорыч! Егорыч, ты пошел на морское дно! Бабян, нифига ты лайфхакер! Я тоже так! Я иду! Бабян! На дно! Заблокировал! Нифига себе, Диман, ты пошел на корм рыбам! Ого, в натуре, Егорыч! Крокодила съели! Крокодила съели рыбы! Это где такое видано, друзья? Ага, пираньи! И что, там у нас вон Бобби Рокси вообще-то стоит, ждет нас! Улыбочку! Чиз! Сыр! Ну вы, конечно, не фотогеничны! Ну ладно. О, Егорыч! Пока его отвлекли. В натуре прошел. Проходи, Диман, проходи поверху. Смотрите, Луна, я иду поверху. Вот она, Солнце, точнее. Почему я, друзья, всегда путаю Луну и Солнце? Я что, какой-то дуралей, блин? Ты, да. Ага, вон у нас Луна. Солнце! Это Солнце. Андрюха, Солнце! Монако! Луна Сан-Тропе! Андрей, кринжер! Пуками сдуло. Убивают нас, ребят. Здесь реально пуки и Луны и Солнце. А вы знали, что Луна и Солнце это, блин, один аниматроник. Это только один, да, днем, блин, один ночью. А Андрюха, блин, друзья, сделал их супер злыми. Вот это Луна, блин, она хочет нас убить. Андрюха, у тебя не получится, мы пройдем и убьем Луну и Солнце. У вас, да, блин, не выйдет ничего. Как думаете, парни, у нас получится? Мужики, все прошло. И мои волки делают ауф, и сейчас пройдем. Ну что, нравится вам водичка, аниматроники, а? Нет, не нравится, нас вода сразу клинит, да, Бабян? Ага. Ага, вот надо это все пройти, вот эти газы, друзья. И там уже, наверное, мы скоро убьем эту Луну и Солнце. Погнали. А что ты там стоишь? Давай, иди. Так, Егорыч, как ты прошел? Как ты это сделал? Просто быстренько пробежал. Ага, просто пробежал. Запомнил, Бабян? Да. Точно? Да. Точно? Да. Точно? Да. Точно? Да. Точно? Да. Да, блин. Ребята, кто подумал, что мы заглючили? Нет, это был прикол. Это как бы вода попала. Я вот не понимаю, у нас то Луна, то Солнце. Как ты меняешь, Андрюха, их? Да я научился. Опа, прошел. Это по кайфу. Бабян, давай, мы тебя ждем. Молодцы, ну, парни. Шо? О, красава, тоже прошел. Ребята, идем дальше. Так, а здесь... Ой. Господа аниматроники, будьте предельно аккуратны. Там переворачивается пол. Луна и Солнце придумала ловушку с переворотом. О, Бабян, я прошел, смотрите. Нифига я себе. Под выпер-то вот там. А я это... Своими когтями зацепился. Вот это ты крутой. А у Бабяна когти еще зеленые, маникюр. Нифига себе. Да. Слушай, там реально дорога с переподвыпедвертом. Или как кот под колпаком, блин. Или как шла Саша по шоссе и сосала сушку. Или как корабли лавировали, да не вылавировали. Мужики, а вы знаете, как называется эта ловушка? Как? Вертушечник 3000. Ого! Нифига себе! Бабян, красава, мы мыслим одинаково. Да, блин. Опа, Егорыч на вертушке 3000 умер, блин. А я сейчас пройду. Хорош, по вертушке. Ну ты даешь. Ну как, понравился вам, получается? Вертушка 3000, эй. А что ты, Луна и Солнце, все время спрашиваешь, понравилось ли нам? А мы хотим спросить у тебя, понравилось ли тебе? Мне понравилось.
Там трактор, пацаны, погрузчик смерти. Нормально тебя там унесло. Нифига там, блин, опасный погрузчик трактор. В натуре, вон, Бобяна увезли, и Егорыча увезли. Всех, друзья, увезли. Вон эта луна прыгает. Ну ладно, я сейчас пройду, друзья. Обманул, обманул, обманул. Так иди дальше, что ты. Сейчас, сейчас, погоди, Бобян. Сейчас я все пройду, я просто... Давай, раз, два, опа, обманка. Пошел, 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 пошел. Сейчас, 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 там сзади погрузчик. Вот он едет. Опа, ну что, 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 что вы тут встали? Что толпитесь? Ага, погрузчик, ребят, туда-сюда едет, блин. Мы не знаем, как пройти. Егорыч прошел. Как так? У тебя все ловушки 3000. Ага. Ну что, Диман, Егорыч прошел, погнали дальше кататься на погрузчике тогда. Ну все точно, Бобян, мы что, хуже Егорыча, нифига. Егорыч, сиди. Так, пацаны, а как так вообще? Я только зашел, а Егорыч еще и блочит. Егорыч гад блочит. Он вроде чика, а на самом деле крыса. Да, в натуре. Ну что, мужики, я гад и крыса. Так как? Это вообще невозможно обратно. Ну-ка, погоди, Бобян, стой, сядь, иди сюда. Сюда, сядь давай, сюда. Давай, давай. Погоди, там луна пока не активирует кнопки, садись, сейчас мы перепрыгнем. А я как? А я сейчас, Бобян, я сейчас его убью, Бобян. Все, все, давай быстрее, Бобян, у нас разлад команды, друзья, чиха предательница. А что, это теперь я тебя заблочил, что ли? Ну офигели, блин, совсем уже. Я случайно, Бобян. Что один, что другой. Суета пошел, что в этом лице? Беги, Бобян, беги. Надо иди. Все поумирали от погрузчика, блин, ребята. Ну шо, Бобян, давай, мы стоим с Егорычем. Егорыч, дай ему пройти в натуре. Ладно, ладно. Ага, я во. Не люблю убивать аниматроников. Прошел? Бобян. Да, как пройти? Тихо, сейчас он назад уедет и проходи. Да, Бобян! Там, блин, это дурацкое солнце. Оно всех убивает. Зачем мне солнце? Ага, смотрите, ребят, а дальше у нас вода. А вода смертельна для аниматроников, их клинит. И потом еще какой-то блендер, блин. О, да-да, прошел, нормально. Так, что за вода, солнце, а? Иди искупайся. Так-так, сейчас, парни, я пойду. Сейчас, сейчас, я ножку помочу. Ну-ну. О, плыву. Ой-ой-ой. Там дверь. А как ты выжил, я не понял. Там дверь. Выпустите меня. А я сверху пройду. Выпустите крокодила. Эй. Гена тонет, смотрите. Ты животное, животное. Блин, я не могу, тут вода. Диман животное. Она меня. Она меня убивает. Ну ты, Диман, конечно, и искупался хорошо. Как водичка-то хоть? Теплая, теплая, ныряйте. Хорошо. Аниматроники, я хотел у вас спросить. Что, солнце? А почему у вас всех, кроме Чики, лицо на месте, а у нее что-то шатается постоянно, расшатанное какое-то? Потому что ей двоечку прописали. Потому что у нас Егорыч Чика, и он всегда на расслабоне, блин. О, так. Бобян, а это карма называется. Ты хотел предать меня, но предал и себя. А, уф. Ну в натуре, Бобис, давай ты больше меня не будешь блокировать. Не блокирую. Все, я пошел, спасибо. Хорош. Опачки, куда там вы прыгаете? Да, все по кайфу. А здесь-то что, ребят, за пропеллер? Нельзя дотрагиваться до стенок, и плюс он еще меняет ход этой карусели. Ход игры. Нифига. Ход мысли меняю. Так, я пошел, парни, все, я погнал. Я прошел, мужики. Опа, я иду, я иду, я иду, я прошел. В самом, как так? Как так пропал интерес, когда не прошел этот уровень. Опа, опа, Бобянчик. Да ё-моё. Поем песни и прошли. Егорыч, зачем ты встал, блин, здесь? Не надо здесь стоять. Ну я же безопасно встал. Вон это солнце, друзья, опасное. Солнце против аниматроников. Короче, Бобян, мы ждем тебя здесь на выходе. Давай вот так, Егор, ждать Бобиса. Я принял, принял вас. Давай, давай. Вы там плачете, да? Нет! Так прикольно, вы друг друга убиваете, мне это нравится. Слышишь ты, Луна, мы сейчас тебя убьем. Да как это, Бобян? Да, меня откинуло, это не считается. Смотрите, друзья, здесь еще огромное количество всевозможных ловушек и препятствий от опасной Луны и Солнца. Вот оно, уже Луна, блин! Нифига! Да, кровавая луна, я бы так сказал. Бобян, проходи быстрее, пока мы его отвлекаем. Луна, луна, иди сюда, луна, луна. Все, пошли. Так, пойдем дальше. Так, что это такое? Нифига себе! Просто перед моим лицом, друзья, упал этот ящик. Масло, масло. Есть сейф-зоны, сейф-зоны есть. Там сейф-зоны, сейф-зоны. Масло, масло. Сейвимся, сейвимся. Я не засейвился. Я вас здесь жду, мужики, давайте. Ага, Бобян, можно смотреть на потолок и сейвиться в сейф-зонах. Я знаю. Опа, сейф-зона. Хорошо.
Сейф-зона, Эдора, готова? Сейф-зона, прошу! О, готов получается, да? Нет, не готов. Ребят, смотрите, сколько здесь еще опасных ловушек. Это просто капец. Эдора, готова? Пацаны, давайте. Короче, я пошел дальше. Здесь какие-то газы тоже или что? Бобер попер. Опа, бобер попер. О! Ну понюхай, понюхай, пуки-то. Ребята, мне не кажется, это изменение пространства, газовая атака. Егор, ты сейчас умрешь. Нет. Можно быстро пропрыгать? Прыгай! Хорош, бобер! А как ты так догадался? Мы горим! Офигеть! Егор, здесь можешь просто, да, прыгать, там она не ваншотит. А вот здесь раздвигается пол, парни, и там огонь. Опасное солнце нас поджаривает, да, Андрюха? Да, я люблю жареных аниматроников. Ага, ну ладно, сейчас мы тебя тогда и зажарим, раз ты любишь жареных аниматроников. Ну что, парни, погнали. Это чтобы масло раскрылось. Что, профессионал? Верблюд, блин. Ага, вот так вот прыгают настоящие аниматроники. Стойте! Пацаны, а все. Егорыч засейлся, проходи, Егорыч, красава. Проходи. Красава, красава, брат. А куда проходить-то? Да вот я, ты дурень. Егорыч, у тебя что, проблемы с ориентацией, что ли? В натуре, у него с ориентацией проблемы. Пространственной ориентацией. А это называется у него синдром этого. Потау. Нет. У него это, блин. Географический кретинизм. Кретинизм географический. Или просто кретинизм. Да. Или так, да. Так, а здесь шипы. Смотрите, шипы против аниматроников, друзья. Закинуло. 2-0. Капец. Я же, по идее, крокодил, значит, у меня толстая кожа. Она не должна, у меня кожа броня. Да, мне кажется, я должен выжить. Проверь. Угу. Ты умер. Проверил. Но голова у меня больная. Это правда. Что-то фиговая у вас броня, аниматроники. Ага, это у тебя фиговая реакция, мы все прошли уже. Не понял. Смотрите, парни, а здесь там тоже какие-то опасные газификации происходят, друзья. Наверное, это ядовитые, да, газовые, Егорыч? Очень ядовитые. Вау! 3D-ловушка! Нифига! А ну включи еще раз, как красиво! О, 3D-ловушка, угар! Ну она изи, да, Бобян? Вообще! А ну включай, я не боюсь! Ну давай, попробуй, пройди. Изи! Изи! Прыгай, изи! Прыгай. Вообще изи, друзья! Изи ловушка! Проходи, проходи быстрее! Ну все, пока! Быстрее! Скинул! Егорыч, блин! Ну все, парни, крокодильчик-аниматроник прошел! Куда, куда? Ваши документики съели. Ага, а здесь, смотрите, здесь как? На красное нельзя, на зеленое можно. И он, наверное, будет менять цвета на каждой из платформы. Да-да-да, все правильно. О, а шо? Так, а шоу? Так что? Так легко и просто? Изи! Опа! Прошли, Егорыч, мы прошли, красава. Вы друга забыли. Так, а здесь... О, смотри, 666. Здесь какая-то еще ловушка. Опа! Закинула. Газы, газы пошли, друзья, еще. И понюхай. Не-не-не, спасибо, Андрюха, мне такие приколы не нужны, мне такие газы не надо. И мы почти прошли, друзья, там, походу, уже все. Сейчас мы будем убивать луну и солнце. Давай, Егорыч, красава. Ждем Бобяна. Там Бобян не прошел светофор. Ага, так мы ждем Бобяна. Так что, мужики, я прохожу, да? Ну да, да, проходи, по красным платформам прыгай. Давай, Бобян. По красным? Да, Че обманывай? А я думал по красным, раньше было по красным. Так, тут еще одна ловушка. Не, стой. Блин, там не стой, там убивай. Там закинули. Ну что, дурацкое солнце, мы идем тебя убивать. Так, парни, давайте в нож, в нож, в нож, все в нож. Вперед, вперед. Опа, так, так. Где мы? Как так пропал интерес? Как так пропал интерес? Куда нам? Вниз? Вниз? Да, походу вниз. Гол вниз. Что там? Где этот шаг? Ну, где? Что он? Где он? Так, погодите, или не вниз? А вот он наверху! Он ловит нас! Мы на корабле! Вот оно, солнце! Хочет убежать от нас! А зачем вы хотите убить солнце? Я потому что ты хотел убить нас сам, блин! А гаси! Я... Гаси солнце! Где он? Сзади! Вон он! Закинули! Куда? 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 Эй, где он? Да вот он! Эй! Вот оно, солнце! Да, эй! Да... Что? Так нельзя. Вон, глуши солнце. Добивай его, убейте. Ракету отбили. Погнали, погнали. Все. Дай его. Забили солнце. И давайте теперь луну, блин. А вот она и луна. Мы хотим убери моего брата. Гасите луну. Потому что он был плохой.
Ну что, друзья, мы одолели и Луну, и Солнце. Аниматроники победили Солнце и Луну. Ну а на этом наш увлекательный ролик заканчивается. Мы с парнем надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наши каналы. Не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ссылочки на каналы Пэтсиков ищите в описании. Смотрите их видосики и стримы. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Овер, Фоня, Бобби и Егорыч. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока. Всем бай-бай, дорогие друзья. Всем бай, пацаны. Пока, ребятки.